На встрече с молодыми активистами Александр Ткачев предложил организовать в край островок «Рок свободы». В регионе живут около 5 миллионов человек, и, по словам губернатора, среди них обязательно найдутся талантливые исполнители и композиторы. Нам нужен вот на Кубани свой рок-фестиваль. У нас, я уверен, очень много хороших, креативных, творческих людей, которые сами пишут музыку или исполняют чьи-то хорошие произведения музыкальные. Поэтому сам фестиваль, чтобы это было комиссия, жюри, какой-то отбор. Вот давайте поищем форму. Эту идею поддержали все участники встречи. Глава региона поручил найти форму и место проведения фестиваля. Так, первый концерт рок-музыки на Кубани планируют провести уже весной.